Всем привет, мои хорошие. А почему говорю вам привет? Потому что вчера мне позвонила моя подружка, и мы с ней долго-долго смеялись. Она говорит: «Алусь, все хорошо, но когда в 11 вечера ты выпускаешь свои видео и говоришь всем своим подписчикам доброе утро, я, говорит, думаю, что это не очень уместно. Так что вот, мои дорогие, мои бесценные, мои любимые, мои отзывчивые, мои добрые друзья, подписчики, просто гости канала. Я вам всем говорю привет. Вы находитесь на канале Дневник Домохозяйки. Оставайтесь со мной. И я думаю, что-то интересненькое сегодня будет. Я даже теперь не знаю, как вас кофе-то пригласить попить. Видео-то выйдет в 11 вечера. Наверное, уж кофе-то не очень уместно в 11. В общем, я с вами. Оставайтесь. И будем смотреть, что сегодня у нас произойдет. Мэри пришла поздороваться с вами. Мэри, будешь здороваться? Нет, Мэри, Райдер хочет. Райдер, да ты такой черный, что тебя даже не видно в камере. Ты хоть бы посветлее маленько был, подкидыш ты фигов. Да, Мэри, не ругайся, иди сюда, Мэри, иди ко мне. Иди, Мэри, иди сюда. Мэри, я тебя зову. Мэри, вот она, волчарка, пришла. Не буду к вам заходить, сейчас прыгать начнут. Ну чего ушли-то все? Ну не хотите, как хотите. Идите сюда. Мэри, правильно, молодец. Я вообще-то к вам пришла, чтобы вы поздоровались со зрителями, а вы ушли. Некультурные, невоспитанные собаки. Стыдно мне за вас, стыдно. Вот, сегодня у нас потеплее. Завтра обещают опять минус 18. Мы решили принарядить нашу красавицу. Молодежь, будете здороваться-то? А помахать нужно. А повернуть. Вот, молодцы какие. Вот такая красотка у нас есть. Не, даже не выходя. Нет, выйти надо из дома. Хотел сказать. Забыл, что хотел сказать. Неважно, короче. Мы вышли наряжать нашу красавицу. Сначала Женя с папой. Сейчас я к ним присоединюсь. Пока мы с Женей занимаемся елкой, Саша топит баньку. Не видно, наверное, плохо видно, дымок-то идет. Сегодня убирались, готовили. Сзади вот за банькой у нас около забора дровник. Сарайчик новый видно, но он еще не доделан у нас внутри. Надо погреб копать. Вот. Сашулька! Саш! Слышат. Сейчас мы к нему сходим. Такая у нас банька. 5х3. Сашулька тут расстилает. Вот. Вместе с передбанником. Передбанник у нас тоже теплый. Потому что печка находится и внутри бани, и снаружи. Саш, дай нам на огонек посмотреть. Сашулька нам топит баньку еще. Сейчас нарядим елочку и можно будет идти в баньку. Ну вот как-то так. У нас, правда, уже темнеет. Время, сколько Саша сказал? 4 доходит. 24. У нас уже темнеет. Дойду поближе. Ну, в общем, докуда мы достали. Вот так вот. Это мы сделали фотозону. Гости будут приезжать. И мы здесь под елочкой будем фотографироваться. Еще, конечно, на нее гирлянды. Ну, гирлянды тут надо. Тут
сложнее процесс. Надо везти в дом все это дело. Ну, ладно, в общем, как-то так. Банька у нас топится. Да, Сашунь? Скоро пойдем уже в баньку. Ну, что, мои хорошие, на этом сегодня все. Пришли мы из баньки. Сейчас будем отдыхать. Ну и в завершении сегодняшнего дня еще одна из моих композиций. Позаимствовали мы у нашей елочки-красавицы три веточки, попросили, сказали, дай нам, пожалуйста. Вот, аромат такой хвои в доме. Так что вот, посмотрите, какая красота у меня получилась. Всем буду говорить пока и до свидания. До новых встреч!